Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию газовый нагреватель воздуха «Мастер BLP-53M». Газовые тепловые пушки являются мощным оборудованием для нагрева воздуха. «Мастер BLP-53M» отлично подойдет для отопления производственных и строительных помещений средних размеров. Он также может использоваться как уличный обогреватель для открытых площадок. Обогреватель Master BLP-53M функционирует на газу. Внутри данного цилиндра имеется горелка с пьезоподжигом. Чтобы обеспечить пьезоподжиг, нужно подключать тепловую пушку к электросети или внешнему генератору. Расход топлива составляет около 3,5 кг за час работы. В процессе работы происходит полное и безотходное сгорание газа. Никакие неприятные запахи не выделяются. Вы можете сами регулировать мощность нагрева. Относительно небольшие габариты и вес делают тепловую пушку Master BLP-53M достаточно мобильной, что особенно удобно, если обогреватель нужно часто переносить. В ассортименте компании «Электромотор» имеется большой выбор различного теплового оборудования, устройств для контроля температуры и влажности воздуха. По вопросам покупки тепловой пушки Master BLP-53M обращайтесь в компанию «Электромотор». Телефон в Киеве 5 300 38.